Доброго всем дня. У нас на улице дождик. Такая хорошая погода. Похолодание отменяется. Потеплело. На градуснике 15 градусов. Это уже прогресс неси. Мы садимся обедать. Обед ПП у нас. Яйцо домашнее. Овощами. Да, на сковородке воговской. Вот. У меня два яйца и мексиканская смесь. Они внутри. Состояние альденте у яиц. Желток. Жидкий. Садимся кушать, а мне, как обычно, звонят. А чем мы там встретимся? Добрый вечер. Уже день как вечеру идет. Чтобы реализовать свои купоны на скидку, съездила в магазин «Магнит», купила свои любимые мексиканские смеси, которые вы много раз видели. Я готовлю на обед с яйцами. 10 штук. Когда я захожу, мне очень нравится вот эта мексиканская смесь «Витамин». 10 штук мексиканской купила. Я больше всего ее люблю. Мне кажется, она самая оптимальная. Стручковую фасоль я тоже очень. Купила кабачки. Вы знаете, что я сейчас скидываю лишнее в марафоне стройности. Купила кабачки. Лук у меня кончился. Морковку купила. Вот такую приправу маги для запеченных сезонных овощей. Здесь же купила печеньки. Здесь же уже съест. Пополнила запасы. Салатный. И пополнила запасы консервов. Мне нравится вот такой лосось с овощами по-итальянски. Купила сайру. Она была по акции. Себе как лаком. Две штучки от Максима. Очень мне нравится. Софи купила бананов. Печенье к ней на завтрак. Купила Даша и Софи. И мамочка, и другой. Софик требовал у меня шоколадных конфет. У нас конфеты бывают очень редко. Только для Софи купила шоколадных конфет. Немножко. Они очень легкие конфеты. И купила самарского бройлера ножки. Салат Цезарь делать. Использую, запекаю его в листах на сковородке. Катя купила курочку. Сейчас свалим Катя и своим кошкам. Выгоднее, чем корм покупать. Я периодически то это, то корм покупаю. Дракошу новую завели. Для Манюни. Сателька для Стиша. Вымененный за наклейки. Третий буклет наклеек уже собрали. Кстати, акция закончилась. Драконов можно приобрести только до 28 мая. На этом мой обзор закончен. Сейчас буду все складывать в морозильник. Масюся, привет! Масюсю застали за занятием, за ползанием застали. Да? А я за Манюнкой смотрю, гляжу. Такая смотрю, гляжу. Смотри, какая штука. Да, это сарделька. А мой? Это дракон? Сарделька. А ну где? Какой? С белой фурией? Ну, Стеса с тобой поделится, ты можешь с Сарделькой тоже поиграть. А где вы один носок потеряли? Вот, я вижу. Что ты,
можно вот здесь вот крылья? Зачем крылья-то здесь? Не знаю. Крылья на запас! Ой! Вот, все, под узкой привалила Манюня. Все. Где твоя рука? Во все. Текут слюни. Зубы продолжают резаться. Вот это у нас цыпленок, который нам нравится. Клюшка для ванны. Смотрим мини-мишек. Не хочет. Что такое? Вот еще один дракон. Вот это Софин дракон. А дальше не хочет. Дневная фурия. А дальше своего не хочет давать. Даша не дает своего беззубика. Даша жалко. Гу, да, бизнесовая команда. Гу! Гу-гу-гу-гу-гу! Ой, так хорошо лизала. Соф, что ты творишь? Скажи. Дракон тут охраняй. Положи подушки назад и посади Манюню на пол. Мама, на одеялку ее. Смотри, дракон охраняет. И вот здесь вот дракон охраняет. Да. Замки. Ага. Вот. Маню, не надо. Маски от дракона. Вот кушать хочешь? Софа пришла с танцев. У нас там индейка с овощами. Сейчас будем кушать. Мы сегодня первый раз готовим салат с маслом таким, с маслом кунжутным. Помидорка киночеркасская. Лучок. У нас бобовая лапша с приправой и индейка тушеная с грибами и луком. Всем приятного аппетита. Садимся ужинать.